Добрый день, Ольга, Влад, Вера. Я решил, что наиболее уместно будет выразить свою благодарность, как минимум посредством аудиосообщения, потому что текст отнюдь не способен передать весь тот шок, всю ту одновременную радость, осознание, восхищение, которое я получил в эту ночь. Вообще поняв, что со мной происходило, я никак не мог ощущать, что настолько были оторваны куски моего сознания, моей души. И работа, проведенная вами в этом воплощении, в текущих реалиях, в этом денежном эквиваленте, я бы назвал это чудом. По крайней мере, в своей реальности, в своем мире. Та цена, которая была обменена как энергия за проделанную вами работу, это просто что-то... В это трудно поверить. Была спасена душа, было спасено сознание во вселенских масштабах. И я вновь не нахожу к этому слов. Я уверен, что вы каждый день слышите слова благодарности, но я бы хотел, чтобы от меня это звучало действительно с самого истинного уровня. Я хочу признаться, что сейчас мне сложно... Весьма сложно все еще определять себя, и много информации предстоит переосмыслить действительно. Но даже тот факт, что вы предоставляете столько материала своим, тем, кто прошел у вас чистку, столько материала и техник о том, как правильно заправляться энергиями, как защищать себя и вся подобная информация, это просто, это восхитительно. Это тоже неимоверный бонус, который изменяет целый ход развития души. И я вновь за это благодарен вам. Я хочу сказать, что за это время ожидания мне даже было немного сложно представить, сколько энергии и усилий у вас уходит на всю эту работу. И восхитительно, что открывается школа, и что ваше дело продолжается, активно набирается в эту растущую пору золотого века. Я неимоверно рад тому, что на фоне... всей этой грязи и всего этого негатива, который есть в матрице Земли, окружает нас, возрождается целое сообщество, братство людей, которые готовы дать этому отпор. Я думаю, что с возрастом я приду к чему-то подобному. Ну, оставим это. Я хотел бы сказать, что я весьма не ожидал, что настолько будет раскрошено и оторвано мое сознание, что аж с 8 лет... Первый контракт был заключен в 8 лет, другой в 12-13. Я до сих пор не особо понимаю, как это могло произойти, лишь в теории. Но сейчас я хочу сфокусироваться действительно на том, чтобы познать себя, чтобы начать ощущать себя. Мне, если честно, сегодня... Я не особо выспался эту ночь. Я вникал очень глубоко всей своей сутью, что только была пробуждена в этот сеанс, и мне все еще немножко сложно, но на душе сегодня я впервые почувствовал неимоверное спокойствие, что ли. Как будто, знаете, если представить это как озеро, на этом озере больше не было каких-то волн постоянных, никто больше не бросал в него камни, оно просто идеально гладкое, и мое внутреннее состояние примерно выглядит так. И, если честно... Я сейчас теряюсь в своих словах, я просто хочу сказать, что вы действительно перевернули весь исход моего сознания, моей души во вселенских масштабах, и я безмерно благодарен вам, и моя суть запомнит ваше влияние, всей команды, всех, кто только повлиял, Ольга, Влад, Вера, команда Арго, город Арго. Плеядианские технологии, насколько я понимаю, все это безмерный вклад в мое развитие и мой путь. И я вновь выражаю свою огромную признательность, и я продолжу наблюдать, обязательно наблюдать за вашим каналом, возможно, встречусь с высшим я, но сейчас мне об этом рано думать, очень рано думать, поэтому я бы остановился на этом. Я действительно вновь хочу сказать, что вы делаете невероятную работу, которая по силам далеко не каждому. И в этот день, кажется, начались огромные перемены. Я безмерно благодарен вам и посылаю свою любовь и энергии справедливости, энергии
осознанности в этот мир и вообще всем душам, которые приходят через вас. Спасибо.